Привет всем. Стас, привет. Какой ты гонкий. Пойди, добро пожаловать в Чернобыль. Я достаточно стар, чтобы помнить о... Что ты говоришь? 86-го. Какой ты гонкий. Я уберу. Сейчас тихо, нормально сейчас. Нормально. Да, да, сейчас нормально. О, напился. Похмелился, нет? И напился. Ага. На линии какие-то помехи. Будьте готовы к тому, что у нас могут возникнуть проблемы со связью. Здорово. Здорово, брат. Так точно. Так, Пип, сразу говорю, сам ты пить будешь, нахуй. А, бля, он еще не загрузился дальше. Раскол, не лезь! Стас, как дела? Отлично все. Хорошо. Какую безумную авантюру. Хотеть не вредно, правильно написал, да. Вам придется во всем этом разобраться. Это умно. Сейчас я помогу. Спасибо, Дом. Я зажму про... Смотрите на эти грибы, если их так можно назвать. В жизни не видел ничего подобного. Чё тебе не понравилось, Пип, опять? Чё там такое? Чё тебя не устраивает? А ты его где нашёл? Я не помню. Это они в семье здесь сидели. Хорошие новости от наших... Очень быстро, а у него спидхак, блядь. Кидай жалобу на него. Поддержка. Означает, что Аберон приготовил для нас что-то гораздо, гораздо хуже. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Прыгайте, блять, по столом, а? Прыгуны! Здесь начинается опасная зона. Если счетчик Гейгера начнет сходить с ума, дальше не суйтесь. Хуй, как вы бегаете? Не догоню, блять. Слушай, ботинки надо одевать не турнирные, нахуй, а эти. Атласы. Турнирные? Ты что? Как ты мне сказал, так и сделал. Армейские? Не, турнир. Я говорил армейские, а не турнирные. Я не знаю, кто тебе турнирные посоветовал. Армейский надо, да? Армейский, да, самый лучший вариант. Ну или атласы, это вообще прям, прям шик. Хорошо. Мне нужно прикрытие. Каждый день задания повторяются, что за хуйня? Ну я с медиком на мясо сяду, пускай сядет с вами сидит нахуй на этом, на грани, что он на ноль хочет. Да он, думаю, на мясо заебашит. Медиком бы он пошел. Ну да, на Баламеда вторым идти, блядь, помощи было бы больше команде. Я просто, ладно, сиди. На него взглянули. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены.
У кого убить дали, сука? Граников не стреляйте, ребят! Да бунтарочка больше тебя знает, она тебе сама расскажет, что делать. О-о-о! Поступив за нее не гони. Дай патронов. Кого помогать тебе? Куда тебе помогать? Да я говорю, пизду его за место медика, пускай медик со мной садится. Ну ладно, хуй с вами. Садись, сиди. Я тебе буду броньки накидывать. Перейдешься. Ты далеко от пипу вылез, нахуй так вылазишь. Забьют нахуй нас. Имя не спросят. Да зачем сейчас КТ будет? Она радиоактивная и напрямую связана с действием. Надо. $5 в ящик, блять, коронавирус. Мы, блядь, в Припяти тут радиация, но коронавирус не страшно. Ну, блядь, от радиации не помереть. От ядовитых грибов, а. Как всегда рано стрельнул, ебать. Так, тип, давай вообще не вылазь. Ты главное свой нолик не проеби на. Я тоже на нолик иду, брат. Не, ну тут никак не получится, бля. Как мы втроем на болоте останемся? Инштурм сет что-то? Ну, бля, попробуем, я хуй знает. Знаю, Пека, знаю! Это будет подарок к 8 марта. Игроки воскрешены. Это кому такой подарок? Я еще посылку пришлю. Подарок к 8 марта, блядь. Может, к Новому году? Новый год уже есть. Это за Волхов. За Припять, блядь. А ты что хотел? Мы традицию нарушать не будем. Ты имею в виду, у меня 2 мая днюха, так что это там тоже что-то. Уже кровь. Бандос наш его увидел, что я тебя завидую. Кровью стыд уже. А за Припять на ножи вообще-то.
Давай, правую дальнюю возьму. Но скоро вернется. Займите позиции. Сет, она перебежка. Боезапас пополнен. Мне что? Кап. Да ты левую дальнюю, Коль. Понял. Помогите мне сейчас две турели снять, это пиздец, я мешаю. Чем минус мед будет, да? Старый, ты зря там села. Ой, как зря. Угу. Я левую дальнюю. Вы знаете, что делать. РПГ. Так, знаешь, за крест-накрест стреляем ботов. Уничтожьте врага. Бунтарочка, ты в курсе, да, про верха? Верха не снимаем, только на переходе. Скажи, когда переход, Стас. Сейчас скоро уже будет. Этих верха, блядь, отбьём. Переход. Кто, блядь? Как сбрило-то? Ахуя, побежи! Меня все кончишь. Не бери. Эм, как так, блядь? Прям в нее стрельнул, она мимо пролетела, пиздец. А, значит, я уже заметил, Стас. Даже ботом стреляю, блядь. Из винтовки. Пуля бил, нахуй. Он живой, блядь. Прикинь! Какая черта, блядь. Пип, живи. Так, чё, я граник возьму, да, получается? Блэквуд бросают в бой свою летающую крепость. Ну всё, чё, 1-0 живой, нахуй, надо его сейвить. Мы о ней почти ничего не знаем, но будьте уверены, она напичкана на... Лилбилу надо, он пилит всех подряд. Ну не знаю, кого он там пилит, но судя по всему, сейчас пока встать, она больше всех настреливает. Ну это в его духе, на. Это в его духе. Кидаю гранат. Блять, как всегда топ граната. Никого не убил. Какие гранаты у меня? Все пизда и брони накинулись. Так, патрон. Да это настоящий. Готовы? Блэквуд явно не пошла. Хотят, чтобы мы увидели, что внутри. Поэтому будут сражаться как одержимые. Забрали, да? Пошла. Серьезно, не дожали? Не дожал. Эти турели защищены силовым полем. Попробуйте отключить его хотя бы на несколько секунд с помощью РПГ. Сейчас дам залп. Пошла. Что? Стас, не заходите. Пойдем, Стас, со мной, смотри. Чё такое, Коль? Я здесь сажусь. Держу вон тот портал. Потом я перебежу. Ты на гранниках, короче, будешь. Ладно, давай. Я тогда сяду с Эдом на мертвую, а Медик со снайпером на живую.
показываю остальным. Ну чё, бунтарочка, тогда смотри, вот здесь я вот со снайпером будешь сидеть. Здесь я вот со снайпером при переходе потом. А ты сет со мной тогда вот здесь я вот. Только смотри здесь аккуратней, сет, пиздец, тут я и пизда может. Ну все, смотри сам. Так, я открою. У меня есть грани. Готовьтесь зажимать. Раз, два. Сейчас, подожди. Раз, два. Все, уйди, все, уйди. Все, сет, сиди нахуй, не рыпайся. Пока верха все сносите. Что, никому, надеюсь, не нужна эта гайка ебучая? Не, не нужна, нет. Кому может нужна, не знаю. Ну только бунтарочки, блядь. Не думаю, у всех есть. Как это нету? Ну ты выбирай, тут либо гайка, либо ноль, нахуй, сам смотри. Конечно, ноль. Ну и то тут от тебя многое зависит. Если сам себе на болоте заруинишь ноль, нахуй, тут тебе никто не поможет. Так, раники меня надо взять будет, Стас. У меня два, набирайте все, чё. Левый вверх забаганный, левый вверх забаганный. Портал, портал, держите, портал. Я по заграни. Я держу. Вы будто охуевший сквозь меня бегает. Где там раник? Нигде пока не появился. А ты их режь! Бег, режь их! Нахуй надо! Мне тесак ебучий без понтов. Где медик возьму? Или кто? Пип, нахуя ты его снял? Коля, вот ты опять берешь знак раньше времени. Ты помнишь, чем это закончилось? Два у меня. У меня есть аптечка. Кто может прикрыть? Мунтарочка, набирайте теперь. Наверха забагают, но наверха нихуя не забаганы. Я держу, потом... Стас, иди. Стас, иди туда. А куда мне идти? Зачем? Надо, понятно. Вверха будем багать. Вправо забаганы, левого туда. Сука, он ни в какую не хочет, нахуй. Не вставай. Все, правый забаган, левый тоже забаган. Все, все, все. Че, бегать готовы? Залп давай. Штурм, давай залп. Коля, залп давай. Коля. Я слышу, слышу. Метик полевле, я готов, что. Разрешайся пока. Давай, залп. Возьми краник. Дайте залп. Коль помог себе. Давай я отдам, давай я дам. Я все вижу, Стас. Не, я прям спас. Давайте, тебя сейчас. Сет или кто? Давай, я дам, подожди сейчас. Раз, два. Раз, два. Все, отлично, сет, живи.
А, да, побежи. Мужики, сделайте доброе дело. Отдайте мне сэдер. Мне осталось... Забирай, Коис, забирай, ради бога. Подключайтесь к терминалам. Я, в принципе, из-за этого сюда и пошел по большей части. Отлично, мы начали получать данные. Сколько тебе осталось? Я свяжусь с вами, когда они будут расшифрованы. Блять, 7 штук. Ну здесь их сколько сейчас? Получается 1 плюс 2, 3. Короче, ну заберешь, если всех заряжешь, но всех у тебя это получится. Это нам надо будет не делиться тогда. Есть получится. Ну, буду пробовать сейчас. Первый, вот я по максимуму заберешь сколько сможешь, а что делиться не будем, я думаю. Не будем. Да, не будем, это все еще нахуй заебашут где-нибудь свои же нахуй. Посмотрим. Это шаг вперед по сравнению с тупоголовыми зомби. Новый противник гораздо опаснее. Уничтожить его почти невозможно. Коль, ты помнишь, да, впритык не подходи к нему. Ну, 13 убил. Пошел. Слабое место. Спейте его на землю издалека, а потом... Еле-еле. Сейчас бы еще чуть-чуть, он бы тебя уебал. Налево, да? Налево, да. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Игроки... Пять направо. Дальний. Коль, ты где? Пизда. Есть. А стрелять не будем, нет? Это всего лишь карта. Благодарю. Коль, готовься. Режь. Двоих забрал. Ну ладно, хотя бы так, пока еще. Сейчас еще будет сколько? Четверо. Налево, иди за мной. А со мной налево. Все вместе идем сейчас. Налево. Не делимся, не так, делимся. Подождите. Налево, да. Держись. Еще ближнего сразу зажмем. Коль, готовься. Пошел. Уходите, заправу стенку. Заправу стенку, Коля. Коля, не стой. Сейчас он его надамажит. Блядь, ты его уронил, пиздец. И старался. Сейчас опять положим. Опять положили, да ебучий случай. Не, а хорош, хорош. Чел. Давай так же ближнего сразу зажмем на. Сет, не вылазь. Коль, готовься, ребят. Пошел. Сразу этого жмем. Коль, готовься. Пошел. Хорош. Ну чё, тебе один остался, в принципе. Отлично. Которого ты сам провтыкал. А, чё ты пиздец, нахуй. Блэквуд, я лох, блять, а? Ты сам его профукал. 65 лет 2 апреля будет, охуеть. Жижу с Эндрюм. Также мы знаем название киборгов Сэды. Этот материал явно важная часть всей операции противника. Достигнута контрольная точка. Мы запас пополним. Ранее он ебанутый, блять, а я нет. Вообще ёбнутый. А Коля, он человек души. Я бы ему, блядь, голову отрезал за то, что так называют людей. Голову просто отрезал бы и все нахуй. Да это у него образ такой, понимаешь, это образ его. Пошел давай... нахуй. Стой, пипай, давай это, блядь, иди отсюда. Алло, ты чё встал? Ты давно пизды не получал. Мастери зеленые, они не щадят нахуй. Вот меня уже не хотят чинить. Так, бунтарочка, ты что творишь? Ты у нас медик единственный должен сеть АХП. О! Ты сегодня уже заданий так много выполнил? Получи 333 награды, крушитель черепов, миссии Припять. Нихуя себе. Это, резайте, идите, вы что стоите? Задания все выполняешь? Не, я какие выполняют сами по себе. Такие выполняются. Я вообще не гонюсь за этими батлпасами. Мне на них все равно, как оба. Огромное спасибо.
Чё ты достаешь? Я и Сет вдвоём остаёмся. Появляется на поверхности в болоте. Да. Идёт производство промышленности. В принципе, может медик ещё с нами остаться. Лёжа сзади, чтобы ХП накидывал мне. Да вообще идеал будет. Ну ж я останусь ещё. Ну да, в принципе, давай. Без медика. Да, давай ты останешься в натуре, а я останусь с вами. Буду чисто бронивом накидывать всё. Да-да-да, идеально, все, остаюсь, короче, я напился и инженер. Ой, блядь, инженер, и сет. Все, да-да, Коля и бунтарочка, вы на это, на мясо. Трубы. Скоро из этой скважины хлынет... Потом поменяйте, сет, потом поменяйтесь, снайпер. Да помучаюсь еще, блядь. Патроны, да, что? Да, живи максимально долго. Там патроны, знаешь, все, не можешь. Так, сет, ты так не вылазь, давай, ну. Помучился. Они, всё, они, отбегал своё. Они читовые, через битул убили, пидорасы. А ты чё думал? Блять. Сет, ты нахуй спину чекаешь, они на таком этапе в спину не выходят. А, без патронов. Да это пиздец. Будем на знаках увозить. Ну хотя, в принципе, если патроны у тебя кончатся, можем местами махнуться по Шурику, блять. У меня патронов достаточно. Да инженеры сет дотянут. Вы знаете сами. Далеко не убежала. Она там, он, блядь, вот старочка. А как ее зовут? Ой, честно, имя даже не знал. Подарочка, как тебя зовут? Подожди, видишь, ей некогда писать, она там потеет. У нее там, бля, атаки со всех сторон. Извини, что я матом ругался, больше не буду. Ты думаешь, она на тебя обиделась? Кто ее знает? Как какой-то дурак старый, бля. Ты что, уже все, отстрелял все патроны? Две обоймы еще. Ну все, если что, кончится патроны, махнемся. Так, ну что-то, Апип, сиди на месте, не рыпайся, ну. Там меняться все не будет. Я не знаю, я, наверное, блядь, 34 года не пью, блядь, запью нахуй. Вот честно, блядь. Запил? Нет, если он на ноль пройдет, я запью, блядь. 34 года. Блядь, свинья. Ну, блядь. Да, мужики, 34 года не пью. А был алкоголик конченый, блядь. Бля, мне бы нахуй месяц не попить бы. Хотя бы. Говорят, я машину пропил. А я говорю, я электричку пропил, блядь. Нихуя. Ты же хули твоя машина, я хату пропил. Если будет жесткий натиск, говори, ори, жми там F1 или что-нибудь, там не знаю. И нужен инженер, жми, я тебе помогу отстрелять. Блять, там светлячки с твоей стороны пип нахуй, ебашут прям меня конкретно. Они как бы не стреляют по мне, но слепят, сука, конкретно. Ой, над нами где-то. Ну ты чё, не видишь, Пип, у тебя вон светлячок сидит, алло? Чё, чуть-чуть осталось, живите. Зеленый хорошо идут, заебись, это хороший знак.
пизда. Не, запив буду. Сильно не вылезайте, они забагуются, блядь. Если сильно не вылезать, они с того стали стоят. Их по одному. Пок-пок-пок-пок-пок. Вот бежи. Ага. Пок-пок-пок, их надо нахуй раздебывать. Первый этаж, давай. Первый, потом второй, третий. Первый сейчас. Подожди, дай активизм. Убежали, суки. Они вон, где снап. Здесь зеленый еще есть. Так, смотрю. Пока нигде. Пока. Бей меня, знак возьму. Да ну нахуй. Три компа, да ну нахуй. Чё за ёб, сука? Не надо. Побери, знак, не надо. Что за изнасилование, нахуй? Бей меня, ты слышишь, нет? Да он его не поймёт. Okay. Изнасилование ебучее какое-то, нахуй. Три компа, нахуй. Рот их ебал, нахуй, на туре. Что за хуйня? Бывает. Поступает в башню. Вам придется взять ее штурмом. А, Стас, подождать. Боезапас пополнен. Стас, подождать нужно, ребят. Охранников нет. Если рисните меня, то будет. Выдвигаюсь, прикройте меня! Нам кузнак взять. Нет, можно бегать, еще граник один взять. Там можно взять граник один. Все равно мы четвером не пройдем, ребят. А все четвером, четвером не пройдем мы. На, Стаса. О, присоединяйся. Мы теперь ждем, брат. Я рот ебал, эти компании ебучие. Лордфейс. Пип, ты чё, нас не слышишь или чё, алё? Теперь не слышу, а может слышу. А, ну всё, а чё тупишь, блядь? Ну, не трать, КТ возьмёт, не стреляй, КТ возьмёт. Ты поближе подойди уже туда, чтоб там ёбнуть потом. А то не попадешь оттуда. Достигнута контрольная точка. Чё, тебя вытолкнул? Всё, это пиздец, ты уже не вылезешь, в курсе? Ай-яй-яй! С другой стороны потолки. Через правое окно. Не, постой, стой. Такого нет ни одного плана в Блэквуд. Почти вылез, да? Что это вообще с нашей планетой? Ничего не предпринимайте, пока мы не оценим риски. Пока сидите, мне не крестник, блядь. Да? А, ну тебя тэпнул, должно пойти. Медик, иди сюда, быстрее ко мне беги, бунтарочка. Лез я его. А ты перелезь! Нет, это не поможет. Сука, это не поможет. Тэпнуть, его должно тэпнуть. Сейчас типа что делятся, по идее. Да не, это не поможет, это все хуйня, я тебе говорю. Это распространенная тема. А, не, помогло, прикинь. Че, я там возьму граник. Никто не трогайте граник. Крыс, убивай. Коль, убей меня.
Давай полевый залп, я готов. Давай, сейчас дам. Готовьтесь, все готовы. Раз, два. Ты меня толкает. Сет. Это сет. Сет тебя подтормлю. Стас, потом мне надо будет зайти в магазин. Я за... А? Магазин отойти? Да, потом надо отойти будет. Понял, ты еще раз... Да-да-да, думаешь, на одну игру зашел. Нет, это, блядь, одного осталось. Хотя бы до него дойти и потом выйти. 3 года мечтаю о другой нашиве. У тебя намного круче есть нашива. Вот седа хочу. У тебя один сет остался, это да, детский сад. Ребят, ну куда вы стреляете? Видите, граников еще не набрали. Ничего не вижу, блядь, дыму. Так что вы стоите, граники-то есть? Блядь, да чего они бежать сейчас туда же мимо? Ну вот эти здесь стрелы, там штуки валяются, кто не берет. Кому не надо, видимо. Я в дыму ничего не... Все, у меня один есть, пойдет. Да. Все по одному набрали. Погоди. Монтарочка есть, ну все. Блять, нахуй мину поставил. Нет. Сука. У кого там 2 граника, давайте залп. Ё-моё. Коль, ну зачем ты знаки тратишь? Не дай. А у меня их много. Да ёбаный в рот! Что за хуйня? Какой Стас? А? Да пиздец, 3 компа нахуй. Рот, я их ебал. Чё за хуйня? Алло! Я слышно, народ. Алло! Это пизда, 3 компа. Тебе застрелить, где есть? Опа! Идем. Тут не хотел ничего залезть, блять, ну куда? Тяжеловато. Пил и лил. Лил, пил. Пил и лил. Это самое. Ты где? Погоди. Слышь? Вот, смотри, какой пистолет. Хороший. Пил. Хороший. Ага. Хороший. Да это пиздец. Я рот ебал этот Warface гнилой. Не ругайся. Не ругайся. Расти не будешь. Боезапас пополнен. Да уже достаточно вырос. Куда аж больше, нахуй. 1.90 м. Куда, нахуй, еще выше? Ох, молодец! Так, где? Здесь мне! К тебе его, да? Вот черт! Посмотрите вниз! Тогда садись, Коль, на мое место, бунтарочка, ближе садись, кто ты там ебнет, ближе к нам. Да, именно. Лак, ты готовься с нами стрелять на этих хуйцах? Если скважина станет достаточно глубокой, нас ждут невообразимые разрушения. Нужно остановить... Пип, ты нахуй за ящик сел, тебя там ёбнет. Запрыгни вот туда, нахуй, нахуй. На пульт управления. Блять, не сняли, прикинь, да ну нахуй. Чё это, походу слив, короче. Коль, тебя ёбнет за ящиком, не сиди. Сядь за мной.
Не знаю, как так? Как вы турель-то, блядь, не сняли, что ли? Что-то три компа чудят, блядь, у тебя. А у меня пока нормально все. Поживем. Хе, походу это стрик убился. Мы сейчас хуй гранники наберем. Быстрее, блин, пока не подошли другие отряды. Как она эта обезьяна выскочила быстро, блядь. Пип, не влазь нахуй, тебя турель с одного удара щелкни. Стас, спасибо за сетов. Спасибо. Да, еще миссия не выполнена до конца. В магазин сходишь, там уже бегаем, восход какой-нибудь, потом можно будет еще раз сходить в Припять и одного сета забрать. А время сколько там идет? Не поздно. У наших умников из тех отделов. Да нормально, нормально, время. Которое может сработать. Если изменить амплитуду сейсмического бура, он разнесет все это здание. Не, если надо, могут целую ночь сидеть. До панели управления. Ну не если, мне сейчас три компа еще хоть раз выйдет, я вообще нахуй вру, блин. Так я. Ты, я в тройке, что, я а в чё, кто в блоке, кто в тройке? Не, Штурм, давай ты будешь... Штурм, давай ты будешь со снайпером в блоке, я медик и сет будем в тройке. Уничтожьте всех солдат Блэквуд и самое главное, взорвите Богомола. Другого шанса не будет. Не ход направо. Я там по двойке бежи, бегите. Оля, беги! Оль, ты в двойке, не забывай. Ребят, помогайте снайперу зачищать, он что, одного будет чищать? Переход. Напился, забагаешь? Да. Сейчас бегут я, инженер и сет. ДХП. Ой, я медик и сет. Побежали. По одному берите. Че, сейчас опять двойка бежит, получается? У меня два. А, у тебя два? Каким образом? И один. Я в чат написал, что у меня два. А как так нахуй? Ты чё? Ну я два взял. Переход. А, да? Стоп, Коля, у тебя каким образом один, блядь, получился? Да. А, ну там же их три, чё я туплю, бля, вот туплю в натуре. Значит, бегите сейчас, медик, сет и штурм, я потом сбегаю. Понятно. Я отстреляю потом там в одного там чик-чик-чик-ковёна. Давай команду, Габи. А, Пип, у тебя два, значит, бежим я и штурм, и медик сейчас бежим. Я штурм и медик сейчас побежим. Так, штурм, медик, готовьтесь. Побежали. Ну все, отлично, сейчас, значит, тройку даем. Дай потом. Ну, не сбоку сейчас. Ну вроде разрулили, с гранниками вроде более-менее стабилизировали. Ты стреляешь сейчас? Сейчас стреляем я, медик и сет. Достали, тройка. Достали. Раз, два. Нормально, отлично. Коль, ну куда так вылазишь? Ну зачем знак сразу берешь? Ну алло. Сколько раз можно учить, не надо знаки ТГСТ брать. Если есть медик в команде, сейчас бежим так же, я штурм, нет. Ой, я сет, нет.
Побежали. Кого? Куда у тебя три? Ты о чем, блядь? Ты что толкаешь сета, иди сейчас кого? Так, блядь, у всех должно быть два сета, ты о чем? Сейчас отстреляем, зачистим, тройка достали. Раз, два. Дай патрон. Доводите, ребят, прицел. Грамотно ты объясняешь, так, умно. Переход. Кто-то побежали. Да, надо с этой брони срочно. Я знаю, вижу. Медик сам там отхилится, как мы говорим, пополам. Переход сейчас будет. Слепу дам. Переход. Тройка достали. Раз, два. О, отлично. Что, сейчас тройка, бежим, берем и две пятерки даем. Переход. Побежали, тройка, быстрее. Сет, живи. Так, готовьте слепу на переход кто-нибудь. Я сделал слепу. Подожди, давай, штурм дашь слепу. Готов, пошла слепа. Зачищайте, ребят, помогайте. Достали пятерки. Раз, два. Еще раз, перезарядились, дали. Раз, два. Отлично. Стас, ты представляешь? Вот только что я хуйню, я понял, как здесь надо, блядь. Я терял. Капу я не теряю. Ты понял, что ты был в двойке, тебе особо делать не надо было ничего. Да. Правильно, Стас, да. Спасибо тебе. Я обычно говорю, отлично. Теперь я попру, хуй меня остановишь. По налаживанию так и буду. Сейчас посчитаю, сколько с этого я убил, блядь. И в магазин пойду. Спасибо всем, ребят. Погоди. Да, можно. Напился, дай я тебя добавлю. Напился. Не выходи, пожалуйста, я тебя добавлю сейчас. Ты хороший мужик.